Вновь блокада меня назначает связным. Я несу донесение от мертвых живым. Я несу сквозь бои и затишье годов, под обстрелом газет и научных трудов, сквозь заслоны речей, директив рубежи, сквозь густую завесу забвенья и лжи, через мины измен, демагогии дым, я несу донесения от мертвых живым, чтобы голос погибших сквозь время проник, чтобы знали потомки всю правду про них и гордились в открытую прошлым своим. Я несу донесение от мертвых живым.